Если вы выпили и хотите сесть за руль, выбирайте, с кем вы продолжите свой путь. Лишишься прав, заплатишь штраф или тебя лишат свободы? Разобьешь свой или чей-то автомобиль? Погибнешь сам или лишишь кого-то жизни? Выход прост. Возьми такси и помни, что тебя ждут дома. Сделайте правильный выбор. Дорога не прощает ошибок.